Белгородскому индустриальному колледжу исполнилось 60 лет. С юбилеем его поздравили сотни выпускников. Как все начиналось и чем живет сейчас крупнейшее в регионе среднее профессиональное образовательное учреждение? Телерадиокомпания «Мир Белогорья» подвела итоги конкурса «Народный архив». Какими уникальными кадрами пополнилась видеотека телекомпании? Чей вклад стал самым весомым и какой приз достался победителю? Белгородский государственный театр «Кукол» принимает большие гастроли для детей и молодежи. Открыл их спектакль «Золушка» Оренбургского театра. Благодаря чему у белгородцев появилась возможность увидеть спектакли из других городов и как попасть на представление совершенно бесплатно.